Дорогие друзья, 2015 год для всех нас был непростым. Мы прожили его в новых экономических условиях. Это и меняющиеся цены на нефть, и структурные изменения нашей экономики. И именно сейчас, на новом календарном рубеже, нам необходимо объединиться вокруг главного – сохранения стабильности, социальных гарантий, продолжения экономического роста. В уходящем году власти округа впервые за много лет полностью реализовывали все государственные полномочия на своей территории. Приведены в порядок дороги. Система субсидирования конечного продукта способствовала подъему агропрома. Нам удалось во всех муниципалитетах открыть офисы многофункционального центра. Власть стала ближе к людям. В округе появилось намного больше успешно работающих предпринимателей. Мы признаны самым читающим регионом страны. Все достижения – результаты труда каждого жителя округа. И я благодарен вам за это. 2016 год объявлен в округе годом народного единства. И это не случайно. Действительно, ситуация в Ненецком автономном округе – одна из самых благоприятных в стране. И для ее сохранения нам предстоит приложить немало усилий. Подчеркиваю, цена за баррель нефти сегодня не обеспечивает стабильность. Стабильность в округе – это наш общий, эффективный труд. Дорогие земляки, в преддверии наступающего Нового года позвольте вам пожелать крепкого здоровья, сил и энергии для совершения самых амбициозных планов, поддержки ваших родных и близких, тепла и уюта в семьях. Для нашего старшего поколения, чьими руками создавался округ, долгих и спокойных лет жизни. А для их детей и внуков – уверенности в себе, для изменения мира к лучшему. Уверен, у нас все получится. С Новым годом!